Относительное затишье в зоне военной операции в Донбассе продолжается уже 10 дней, ополченцы не применяют тяжелое вооружение, заявил в среду на брифинге представитель администрации президента Украины по вопросам спецоперации Андрей Лысенко. В целом относительное затишье на фронте продолжается уже 10 дней, в среднем боевики до 10 раз в сутки нарушают перемирие, при этом не применяя тяжелое вооружение, сказал Лысенко. 1 сентября в Донбассе начался не только учебный год, но и очередной режим прекращения огня, о котором стороны конфликта договорились в ходе последнего заседания контактной группы по урегулированию ситуации на Украине, которое прошло 26 августа в Минске.